Депутаты фракции «Единая Россия» проконтролировали ход третьего этапа заливки катка во дворе дома номер 93 по Можайскому шоссе. На первом этапе рабочие утрамбовали снег. На втором поверхность залили холодной водой в качестве грунтового слоя. Когда лед застыл, коммунальщики устранили неровности. На третьем этапе каток залили уже горячей водой и разровняли специальным приспособлением. Это позволило придать льду гладкую поверхность.